Здравствуйте, вы смотрите программу «Актуальное интервью» в студии Татьяна Молокова. Сегодня у нас в гостях депутат городского собрания, председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству Валерий Антонов. Валерий Антонов, депутат Чебоксарского городского собрания от избирательного округа номер 32 Московского района. Избран 10 октября 2010 года. Окончил Чувашский государственный университет с отличием. Трудовую деятельность начал судовым механиком на Дальнем Востоке. Затем в Чебоксарах работал юристом, заместителем генерального директора. В 2002 году успешно прошел президентскую программу переподготовки управленческих кадров для отраслей народного хозяйства России. С 2003 года по настоящее время генеральный директор предприятия. Президент Федерации инвалидного спорта по Чувашии. Член постоянной комиссии по экономической политике и инвестициям. Валерий Михайлович, здравствуйте. Добрый день. Валерий Михайлович, ну, мне кажется, городское хозяйство – такая огромная тема, огромная такая сфера применения ваших интересов. Это и ЖКХ, и благоустройство. Вот как И энергетика. И энергетика, да. И вот, ну, я не знаю, наверное, все, что есть в нашем городе, это сфера интересов вашего комитета. Как по-вашему, в какой ситуации сейчас находятся Чебоксары? В каком состоянии городское хозяйство? Ну, на самом деле, это вопрос такой относительно чего-то, да, городское хозяйство. Но я вот, например, уже почти восьмой год у меня депутатство. Я из них последний, вот с 10-го года я председатель комиссии по городскому хозяйству. Я вообще, вот мне кажется, я стараюсь везде относиться положительно, в таком белом цвете, а не в черном. Поэтому, мне кажется, на сегодняшний день, в принципе, там, я уже в Чебоксарах непосредственно живу уже с 95-го года. Потом сначала была учеба там и так далее. Вот, мне кажется, динамика именно вот городского хозяйства, она сегодня наиболее такая устойчивая, оптимальная и так далее. Вот мне только один пример. Вот еду по городу и определяю. Мне такое ощущение, что хоть сегодня можно взять и отметить День города в смысле чистоты, порядка, уюта. Вот такая внешняя сторона города, она настолько, вот, мне кажется, хорошо. Хотя, вы правильно сказали, ЖКХ – это настолько вот многогранно, там много вопросов, но, тем не менее, мне кажется, вот на сегодняшний момент вот ситуация по ЖКХ в городе, в принципе, на таком нормальном человеческом состоянии. Вот, ну да, Чебоксары не называют в числе сложных муниципалитетов, это вот, ну, Чебоксарской, да, Шумерли, да, Чебоксаров, да, более-менее, да, стабильно. Да, да, тепло, да, есть, вода идет, да, не отключают. Вот отопительный сезон завершился, уже сколько отопительных сезонов, мы не чувствуем, мы, это жители нашего города, не чувствуем. Если мы не чувствуем в таких каких-то аварийных ситуациях, значит, вещь стабильная. Более того, конечно, горожане это не замечают. Вот сегодня идет, как только мы закрыли отопительный сезон в мае месяце, на следующий день начали готовиться к новому отопительному сезону, если в части взять отопительного сезона, или который касается нас, ну, постоянно, mm-hmm, это дело. Вот. И по большому счету, вот сейчас идет активно ремонт котельных. Мы, вот наша комиссия, в составе комиссии, которые еженедельно мы ездим и проверяем состояние котельных, в каком они состоянии, как коммунальные технологии в данном случае готовятся к новому отопительному сезону. Где были в последний раз? Последний раз я лично был, у нас из 11 наших членов комиссии городского хозяйства, я был последний раз в Южном, где у нас вот училище, четвертое, угу, училище, профтехническое училище есть. Вот мы побыли 4 этих котельных, там идет такая плановая работа. Я разговаривал с людьми, люди, ну, как бы настроены положительно, и надеемся, что к отопительному сезону следующего года мы придем, ну, скажем так, достойно. Не, ну, аварии, конечно, случаются. Я вот помню, минувшей зимой у нас стабильно около соседнего подъезда раза 3 за зиму, наверное, ну, 2, может быть, прорвало. Ну, Татьяна, понимаете, если город же у нас там почти 500 тысяч населения, да, там очень много километров труб, из них там есть магистральные трубы, есть такие, есть такие, поэтому, опять же, авария... В одном и том же месте, Валерий Михайлович. Но опять, наверное, вот мы же не говорим, что в нашем городе живут идеальные специалисты, идеальные, как бы... Надо стремиться к идеалу. Чем меньше слесарь где-то появляется, или чем меньше у вас проблем, тем лучше для них. Чем меньше мы знаем сантехника... Да, да, тем больше мы его любим. Да. Валерий Михайлович, хорошо. Новая система оплаты в этом году появляется. Да? Мы платим 7 месяцев отопительного сезона за тепло, 5 месяцев летних, теплых, мы не платим. С чем связан такой переход, и как вы думаете, чем он будет способствовать? Во-первых, вы, наверное, замечаете, и жители наши замечают,
постоянно в системе ЖКХ мы что-то делаем новое, новое, новое. Это я связываю с тем, что, ну, наверное, вот так вот рыночные отношения между жителями и энергоснабжающими организациями, управляющими компаниями, она сложилась, наверное, года 4, лет 5. Вначале, сами понимаете, там, наверное, многие вещи, которые были... Только вот начнем, а потом по ходу. Вот, вот сегодня, вот то, что вы, о чем вы говорили, с 1 августа мы начинаем, там, или с нового отопительного сезона мы начинаем платить, год делим на 12, не на 12 часов, не 12 месяцев частей, как раньше было, а на 7, на отопительный сезон. Это, я считаю, очередной шаг к цивилизации наших отношений, в данном случае, в частности, с энерготеплопоставляющими организациями. К чему оно приведет? Во-первых, мне кажется, так надо. Так должно быть, в принципе. Конечно, к этому могут быть разные, наверное, может быть, разные понимания, разные отношения к этой теме, к этому вопросу. Но мне кажется, потом, года через 3, через 5, ну, в перспективе мы поймем, что это так надо, во-первых. К чему он приведет? Мне кажется, во-первых, не будет перерасчетов, которые ежегодно делают сегодня управляющие компании. Этого не будет. Во-вторых, это заставит всех управляющих компаний, в том числе все дома, поставить эти счетчики. Потому что норматив, он не рыночный механизм, когда по нормативу считают. Вот счетчики нам, общедомовые счетчики мы поставим. Ну и в-третьих, мне кажется, вот именно не будет кассового разрыва у энергоснабжающих организаций, и они не будут, ну, им тяжелее будет какие-то там пересчеты, расчеты делать. Потому что там 700 миллионов должны коммунальные технологии, в свою очередь, должны 500 миллионов. Ну, вот, мне кажется, вот эти долги, которые образовались ранее, они в том числе из-за отсутствия вот этого цивилизованного подхода, в частности, от того, что мы не на 7 частей делили. Единственный минус я здесь вижу, на самом деле, те люди, которые малообеспеченные, ну, условно говоря, будет холодный январь и будут платить много, хотя они понимают, что в мае, в июле, в июне, там, в июне, они вообще не платят. Вот, то есть будет какой перескок вот таких денег, перекос денег будет, как люди это воспримут, потому что же и зимой нам надо и одеваться, и кушать, и плюс еще много платить. Вот это чуть-чуть плохо. Ну, есть еще там такой момент, вот постановление Кабинета министров Чувашской Республики есть, если... Я так, насколько помню, более 22% от семейного дохода, то там компенсируется. Поэтому я думаю, что те люди, которые понимают, они это будут использовать. Те люди, которые там еще не использовали, к этому надо им, конечно, посмотреть, чтобы малоимущие могли воспользоваться теми вещами, которые нам делает государство. Валерий Михайлович, а как вы относитесь к таким разговорам, что нужно платить не, там, не в управляющей компании, не в те же самые коммунальные технологии, а сразу ресурсосберегающим? Поставляющим организациям, те же самые там, либо жители будут платить поставляющей организации, либо управляющей компанией. Вот как вы к этому относитесь? Понял. Значит, я к этому отношусь очень даже положительно. Я надеюсь, что в самое ближайшее время это будет, как я сказал, очередное изменение в отношениях с жилищно-коммунальными хозяйствами. Потому что, вот, например, насколько я понимаю, газ мы платим напрямую. Напрямую, да. Я был в Европе, там, вот, я так понимаю, в ближайшее время будет у тех же энерготеплоснабжающих организаций в городе будет несколько точек, допустим, да, где написано пункт приема, там, например, платежей онлайн за тепло. Онлайн можно сейчас платить. Ну, это второй вопрос, да, это и онлайн можно платить. То есть я к этому отношусь положительно, и я считаю, что это очередная цивилизация наших отношений. Здесь пропадает одна цепочка. Конечно. Это во-первых. Во-вторых, те же управляющие компании, они же занимаются несвойственной им функцией, сбором денег, это вообще они не должны. Они должны содержание жилья обеспечивать и текущий ремонт обеспечивать. Вот их главная задача. И более того, у этих управляющих компаний, во-первых, получается соблазн, вот пришли деньги, хотя это не мои деньги. И тут же надо расщеплять и отдать туда. Ну, деньги же лежат, а завтра мне надо какой-то кредит заплатить. Например, взяли и туда закинули. Угу. Это соблазн воспользоваться не моими деньгами. Но это же не целевое расходование средств. Да, но это уже вопрос второй. Но я просто говорю, в смысле соблазна. Это появляется. Угу. Даже правильно сказать. Если бы мы бы платили напрямую, тогда вот этого соблазна не было бы, никаких было бы не свойственных функций бы управляющая компания не занималась и так далее. Поэтому я к этому отношусь очень даже положительно и надеюсь, что в ближайшее время это состоится. Обсуждалась новая схема теплоснабжения, разработанная, да, которую разработала одна известная компания. Из-за нее, насколько я помню, необходимо за эту новую схему теплоснабжения заплатить 38 миллиардов. Да, Витя?
Вот депутаты обсуждали, в городской администрации были публичные слушания. К чему подвожу-то? Очень многие эксперты говорили, что ну, можно сделать гораздо дешевле, и чтобы платили за нее не горожане, а немножко по-другому была, и схема была другая, и что якобы не справится эта компания с этой новой схемой. Нет, Татьяна, смотрите, здесь какая ситуация. Во-первых, на самом деле закон требует, чтобы у муниципалитета был, федеральный закон требует, была схема теплоснабжения. Во-вторых, когда там фигурирует слово там, 38 миллионов, вот там у нас было, по-моему, до 28 года. Но если мы сделали бы план до 38 года, там было бы, может, скорее всего, там 48 миллиардов. Ой, 38 миллиардов. Миллиардов, да. Было бы 48 миллиардов. Но если мы сделали бы до 58 года схему теплоснабжения, может быть, там 58 миллиардов было бы. Поэтому сама сумма, она такая ориентировочная. Во-первых, это делала компания, которая выиграла тендер. Вот сегодня ведь город, если вы наблюдаете, и глава города, и глава администрации, мы говорим, все надо делать прозрачно и открыто. Uh-huh. Тендер это был произведен прозрачно, открыто, выиграли, определенная компания выиграла и сделала. Что касается этих 38 миллиардов, это ведь до 2028 года, это только называется, ну, как бы, скажем так, ориентир. Ориентир. Вот без ориентира нельзя жить. Но каждый год вот появился какой-то микрорайон. Это же не говорит, что тупо, который вот мы сделали в 2014 году, и вот мы туда деньги вбухаем. Это не так. Каждый год и при появлении каких-то микрорайонов, каких-то изменений, эта тема актуализируется. То есть, может быть, где-то должно быть там, условно говоря, здесь какая-то котельная, и некоторые люди говорят, что это неэффективно. Хотя я думаю, там, ну, где-то этот вопрос политизируется. Если кому-то где-то не нравится, легко можно эти решения или наработки этой компании можно же оспаривать. Никаких проблем, но никто его не оспаривает. Были публичные слушания, были анализ администрации, потом анализ нас, депутатов, публичные слушания были. Процесс, процедура, все это пройдено. Поэтому еще раз хочу сказать, и население хочу успокоить. Никто вот не хочет там тупо, как говорится, да, вот взять и 38 миллионов там куда-то засунуть. Нет. Самая главная задача у города, чтобы было горожанам комфортно, и при этом, чтобы горожане не чувствовали каких-то ну, неприятных ситуаций. Поэтому я к этому абсолютно отношусь спокойно, и вопрос актуализируется каждый год. Но 38 миллиардов – это же бешеные деньги. Я сейчас посчитала, это 5 миллионов в год должны платить опять же, горожане. Татьяна, опять же я говорю, и это только ориентиры. Может быть, 28 будет, может быть, 20 будет, может быть, 40 будет. Это ориентиры. Все зависит от той необходимости, которая на данный момент, на тот момент будет необходим для комфортного проживания жителей. Я так понимаю, вы оптимист. Я оптимист. И задумок в городе очень много, на которые вы смотрите вот с открытым взглядом. Давайте делать. Да, воплотиться, да. Все сделаем, все как вы хотите, как вы вот считаете, что это будет хорошо. Таня, опять же, вот в начале нашего разговора, как сказал, по большому счету, на мой взгляд, город идет ну, динамично. Вот года три назад были крики-то, ой, как плохо, скоро там будет очень много пробок. Uh-huh. Раз, мы что сделали? Ивана Яковлева расширили. В принципе, я сегодня еду туда каждый день на работу, красиво, кольцо, все сделали. Потом вы, если наблюдаете, вот много сделали кармашков. Вот uh-huh. кармашков, это называется вот, ну, повороты, чтобы uh-huh. резко разгрузили, ну, скажем так, поточные вещи и пробочки. То есть, если три года назад было крики-визги, город планомерно делает. Потом много денег вложено и в дворовые территории. Когда мы стали только депутатами, вот Леонид Ильич Черкесов выиграл эту тему «Единая Россия, дворовые территории». Угу. И, не помню сейчас, более 200 миллионов денег там пришло. И эти деньги ведь все освоены. И что хорошо сегодня, опять я считаю, сегодня город делает открыто. Пожалуйста, тендеры. Конечно, с другой стороны, это может быть плохо в том смысле, что когда есть иди на начале, там, иди сделай, может, это быстрее в плане оперативного решения. Но в плане прозрачности сегодня мы делаем тендеры, и все это выигрывается в тендерах. И на ваш вопрос, мне кажется, в городе делается много хорошего. Спасибо большое, Валерий Михайлович, за интересную беседу. Спасибо за ваш оптимизм. А я напомню, что у нас сегодня в гостях был председатель постоянной комиссии депутатов по городскому хозяйству Валерий Антонов. До свидания. Спасибо.